Сегодня мы смотрим в нашей программе вкусные фрукты или мармелад чупа. Тех видов, которые вы никогда не видели. Там говорит, это сделано во Вьетнаме. Тот, кто живет в тропиках, это банда Бирс и Битлз. Вы когда-нибудь такое пробовали? Я нет. Давайте попробуем, будем радостно смотреть передачи в окно. Это настолько вкусно, что нельзя просто сравнивать с такими вещами. Это грязные носки. Уж точно не должно с ними рядом находиться.